Дорогие друзья, это весна, и мы с вами на канале «Любимый сад» у Татьяны. И мы сегодня с вами прогуляемся в магазин «Материк» и посмотрим, что продают весной в начале марта и как скупают все пионы, розы и разные цветы. Любители цветов, желаю вам приятного просмотра. А мы идем по дорожке, а вы подписывайтесь на канал «Любимый сад» у Татьяны, ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, сегодня 2 марта, и, конечно, магазин для садовода – это насенье. Пойдем посмотрим, что сегодня там предлагают нам. Вообще вы попали на канал «Любимый сад» у Татьяны. Все сделано своими руками. Множество роликов, которые рассказывают, как ухаживать за цветами. Подпишитесь и смотрите ролик дальше. Приятного просмотра! Нас сразу встречают розочки. Допустим, парковая, просто светлый Морис. Такой достаточно пышный кустик. В прошлом году я купила вот эту английскую розу. Это какая-то необычная. Розы с первого года красивыми становятся, в отличие от других растений. Все кустики пышные. Потому что все купила карликовая, мне нужна большая. И это вроде малиновая, надо бы. Ну, конечно. Помидор столько много. Бери, не хочу. Физалисы. Красивые. Надо купить для красоты. Смешные, конечно. Взяла два портулака. Это просто прелесть. Каждый год сажу их. Садите тоже быстро растущий портулак. Моя любимая. Почему новинка написана, если каждый год такое сажу? Я нашла свой красный лен. Это просто превосходный мой любимый цветок. Я его сажу везде и уже третий год. Это секрет в табаке, потому что он у меня вообще никогда не всходил. Но я всегда хочу вырастить табак. И на этот раз я еще раз пробовала. Буду табак. Беру табак. Ну, конечно, надо на рассаду. А вот я знаю, что лен на рассаду не надо. Все, я поняла, у меня не всходил, потому что табак надо на рассаду. Все, беру на рассаду табак. Нет, нет.
оленька. Хит продаж оленька. Турции такого цвета необычного. Новинка. Ну, я садила такой цветок, я от него была без ума. Но он, когда нет солнышка, он закрывался. И только во время яркого солнца он раскрывался. Может, мне такое посадить? Геркулес хорошо хранится. Виза хорошо хранится. Надо шпинат купить. Так, вот это здесь немного летний. А вот эти вот пирмовые, да, это уже не это типа черри, да? Ну они типа черри, ну вот что сюда нравится. Конечно, тоже. Божечки, сколько много. Заставляют полюбить гладиолусы. Таблеточки, но они здесь стоят 4 рубля. В материке 3 рубля. И причем там, по-моему, 10 штук, только поменьше объема. Продолжаются уже бархатцы. Сыни, шойцы. Сыни, конечно, много-много разных видов. Вот петунии. Вот есть фиолетовый, в прошлом году фиолетовая даже не взошла. Махровая. Вот это махровая красавица. Надо взять. Гландифлора. Высота вообще до 2-3 метров. Это очень огромная. Мне она очень нравится, но мы ее брать не будем. Это очень огромная роза. Разве есть некрасивые розы? Вот это стоит. Все гонялись. По 13 рублей. Просто мечта. Целая мечта. Просто вот так приходите на сени. Вот такие все сорта красивые. Боже, изобилие. Мини-роза. Но совсем не мини. Очень плетистая роза. В общем, на любой вкус. Друзья, товарищи, я люблю. О, вот это красивая. Надо почитать, что это за плетистая роза. Вышла с магазина, купила только семена, потому что решила сократить свои расходы. Но вас я приглашаю на сене, там еще на кассе могут вам предлагать купить и купить еще что-нибудь. Может, вы забыли там корневин или еще что-нибудь. В общем, приходите и смотрите. А адрес вон, Дзержинского, 122. Давай. Красиво. Я иду по дорожке. И сегодня 3 марта, и я вам показала только что, как мы побывали в магазине «Материк». И я вам хочу сказать, что весна наступает. Даже если лежит снег,